Масштабное благоустройство территории вокруг Чкаловских озер началось этим летом и продолжится в следующем году. Ход работ проверил глава округа Андрей Булгаков. Преобразования начались с очистки водоема по губернаторской программе «100 прудов и озер». Расчистили акваторию, избавили прибрежную зону от мусора и сухостоя. Благоустройство территории начали с Большого озера. Первый этап подошел к концу, и пора оценить объем сделанного. В цифрах это 3000 квадратных метров тротуара, 740 квадратных метров велодорожки, 65 опор освещения. Самые сложные работы с точки зрения инженерии – монтаж большого и малого амфитеатров, которые несут в себе не только смысловую нагрузку, но и являются сооружениями, укрепляющими береговую линию. Из важного для пешеходов сделана новая комфортная лестница от дома 2Б улицы Институтской. В скором времени здесь установят поручни. Продолжается монтаж тропы первых. Это металлический настил, который проходит над всей гладью озера. Его протяженность 450 метров. На нем разместят еще 18 опор освещения. В следующем году воплотятся замыслы второго этапа благоустройства. Проектом предусмотрены зона для пикников, смотровая площадка, детские игровые элементы, площадка для выгула собак и многое другое. Дальше больше и лучше.